В России могут появиться юношеские водительские удостоверения. Они будут выдаваться 16-летним подросткам. Эту идею российские эксперты в области подготовки водителей посмотрели в Германии, где юноши и девушки, достигшие 17-летнего возраста, получили возможность сдавать на права и управлять автомобилем. Правда, с некоторыми ограничениями. Водительское удостоверение в Германии можно получить уже в 17 лет, но ездить самостоятельно можно будет только после наступления совершеннолетия. А до этого времени в поездках юношу или девушку в обязательном порядке должен сопровождать родственник, имеющий как минимум 3-летний водительский стаж. По данным статистики, находящиеся под присмотром подростки практически не попадают в аварии, а в будущем ездят гораздо аккуратнее тех, кто получил права после совершеннолетия.